В мире моды очень много новинок. Я знаю, что наши костюмы пользуются спросом, тем более это бренд, это Заря. Обратите внимание, что и я сегодня для себя выбираю новинку. Наш новый трикотажно-вязаный костюм, который состоит из самых любимых базовых предметов. Это стильный укороченный жакет и юбка-карандаш. Встречайте, дорогие друзья, это наша новинка, костюм Оливия. Если вы хотите выглядеть так же стильно, как Светлана Воронцова, тогда наберите номер телефона, который вы видите на своих экранах. 8 800 301 60 90. Звонки по России бесплатные. Оплачивать сейчас ничего не нужно. Поэтому можно смело звонить. Оплата происходит при получении. Света, что-то мне напоминает этот костюм. Конечно, дорогие друзья, давайте перенесемся в мир моды и вспомним историю законодательницу моды саму Коко Шанель. Да, действительно, эти костюмы до сих пор актуальны и украшают подиумы и улицы всего мира. Обратите внимание, вот они детали, базовые предметы. Та же самая юбка и укороченный жакет. Ну а теперь с миром их в подиумах вернемся к нам. Наша Люба выбирает для себя также наш костюм и сочетает его с топом черного классического цвета. Сегодня я для себя, для своего ансамбля выбрала блузу с высоким воротником Scarlett. Она имеет белоснежный вид и мой костюм выглядит более празднично. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы говорим с вами об элегантности. Олечка, напомни, пожалуйста, какая у нас размерная линейка? Света, от 46 до, внимание, 58 размера. Все размеры остаются в наличии. Главное успеть оказать свой размер, пока он есть в наличии. Все звонки бесплатные, напоминаем вновь и вновь об этом. Ожидание на линии тоже абсолютно бесплатное. С мобильных телефонов бесплатно, опять же. Ну и, конечно, оплата при получении. Мы ждем ваших звонков. Обратите внимание, дорогие друзья, если мы называем бренд «Заря», сразу оживление происходит среди наших модниц. Еще бы, это российский производитель. Компания «Заря» славится не только своими лекалами, но и качеством. Состав каждой детали, каждого вязаного полотна у нас присутствует натуральная шерсть. Вы только представьте себе сложность этой работы. Машина выполняет вначале вязку поликала и отвязывается каждая деталь костюма и юбки. После этого каждая деталь проходит тщательную обработку. Это отпаривание. Затем вылеживается наше вязаное полотно и только после этого вновь отпаривается. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы ткань уже повела себя идеально даже после стирки. Обратите внимание, что мы сейчас говорим с вами о сезонности и предлагаем вашему вниманию сезонный костюм осень-зима, который согреет вас в самую лютую стужу, ведь в состав нашего полотна входит натуральная шерсть. Согревайтесь, дорогие наши, нашим костюмом Оливия, ну и, конечно, согревайтесь нашими ценами. Обратите внимание, что цена 2999 рублей, это цена не за одну юбку. Это цена за целый костюм. Посмотрите, как он элегантен. Вы можете выглядеть точно так же, если позвоните совсем скоро на наш телеканал Shop & Show. Успейте заказать свой размер. Ведь такие костюмы у нас разлетаются мгновенно. Это хит наших продаж. Оливия. И как говорила Коко Шанель, у вас не будет второго шанса произвести впечатление. Если вы любите производить впечатление, это предложение именно для вас. Олечка, посмотри, что здесь я еще увидела. Помимо того, что у нас вырезанное красивое полотно в виде рельефного фактурного принта, я еще увидела украшение. Давайте вспомним все наши с вами секреты. Любые вертикальные линии всегда вытягивают наш силуэт и делают нас еще стройнее. Это не только красота, это еще и наш с вами маленький секрет. Ну а если мы сейчас обратили внимание на бортовую зону застежки пиджака, то я хочу вам продемонстрировать, что она усилена. Мы видим с вами сквозные петли, которые, кстати, не нарушают наше полотно. И я хочу сказать, дорогие друзья, что это качество, стопроцентное качество. Это бренд компании «Заря». Свет, расскажи, пожалуйста, как ухаживать за этим костюмом? Все-таки это вязаное полотно. Я вспоминаю, как мама мои вязаные изделия сушит, газетки расстилает и потом все аккуратно раскладывает. Ты знаешь, как ухаживать? Это в своем роде правильно, потому что эти вещи, вязаные вещи, лучше сушить, конечно, раскладывая их, но не
на газетках, а на хлопчатобумажной поверхности или на махровом полотенце. Тогда эта ткань вбирает в себя всю влагу, и шерсть быстрее высыхает. Я хочу вам обратить внимание еще и на юбку. Наша юбка имеет фасон карандаш, это очень стильно. Фасон карандаш также вытягивает женский силуэт и делает его очень элегантным. Что мне еще нравится, дорогие друзья, это то, что наша юбка имеет королевскую длину. Люба, продемонстрируй, пожалуйста, еще один секрет нашей юбки. Это эластичная лента. Вот это спасение, Олечка. Ты помнишь, говорила, твоя мама не может подобрать для себя юбку-карандаш, потому что в зоне талии не всегда сходится. Это правда. Да и я такая же, Свет. Иногда вот закажешь себе юбку, а невозможно ее сомкнуть у себя на талии. Ладно, как-то застегиваем, потом сидим, кушаем тортик и встать не можем, потому что невозможно. Прям впивается в животик. Я согласна. Растегиваем, дышим спокойно. Я согласна, Оленька, что многие дамы отказываются от фасона юбки-карандаш по этой причине. Но в данном случае ваши мечты сбываются, и компания «Заря» приготовила для вас готовый ансамбль. И не забывайте о том, что жакет и юбка – это две базовые детали любого женского гардероба. А значит, вы только представьте себе, сколько вариантов носки у нас происходит. Жакет можно носить ведь не только с этой юбкой от костюма. Брюки, любая юбка в вашем гардеробе. Кстати, даже самых ярких расцветок. И обратите внимание на юбку. Это излюбленная модель дамского гардероба, которая идеально сочетается с джемперами, с пуловерами и с блузонами, дорогие друзья. Я выбираю сегодня блузу с высоким воротником Scarlett. Люба выбирает классический топ черного цвета. Совет от вашего личного стилиста только что прозвучал в прямом эфире. Это Светлана Воронцова, которая рекомендует сочетать костюм Оливия с любым элементом вашего гардероба. 2999 рублей. И за эту цену вы получаете готовый костюм. Коко Шанель. Вы знаете, что-то в этом есть. Будьте модными, будьте стильными, будьте красивыми. И если вы любите экономить, тогда это цена для вас. Ловите! Звонки бесплатные. Оплата при получении. Никакого риска. Сплошная безопасность с телеканалом Shop & Show. Ну что ж, продолжим. Свет, скажи, пожалуйста, я хотела бы уточнить. Вот в пиджачке насколько вот широкая пройма? Потому что я вот вижу этот костюм еще и вот такой теплый водолазкой. Если вот подеть, как да, действительно. А если сейчас продемонстрирую, для этого я немножко застегну свой жакет и посмотрите, вообще в чем удобство трикотажно-вязаного полотна, дорогие друзья. Обратите внимание, что это трикотажное полотно подстраивается под вашу фигуру. Ну, давайте поинтересуемся у нашей модели Люби. Люба, насколько тебе комфортно в этом костюме? Мне очень комфортно. Ну что ж, дорогие друзья, и то же самое почувствуете вы, когда примерите на себя этот костюм. Кстати, здесь есть ваши скульпторы женской фигуры. Это подплечники. Вот-вот, это мне нравится больше всего. Ты знаешь, я обожаю этот элемент. Обычно, когда нет подплечников, что-то не хватает. Бежишь сразу в ателье, покупаешь подплечники, потом сама вот пришиваешь. А вот здесь она, они уже есть, вы экономите время с телеканалом Shop & Show. И вы экономите свой семейный бюджет. Меньше 3000 рублей сегодня. В вашем ближайшем магазине такой костюм будет стоить больше 4500 рублей. У нас меньше 3. Вам выбирать, либо переплачивать, либо экономить. Ну что ж, мои дорогие, и самый главный плюс, то, что наша шерсть здесь не одна. И, конечно же, дружба с паном творит чудеса. Вы можете стирать этот костюм дома в домашних условиях и забудьте про химчистку. Самое главное, пожалуйста, не переборщите с температурой воды. 30 градусов, дорогие друзья, и после стирки тщательно прополосните этот костюм, разложите его на хлопчатобумажной поверхности и все. После этого ваш костюм как новый. Почувствовать себя настоящей моделью по рецепту самой Коко Шанель очень и легко и просто вместе с модной рубрикой «Это телеканал Shop & Show».